Ах, блин, сам себя зажал. А, да что за оружие у вас читерское? Вот это было прикольно. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Лолтоп, Нотрейди, Ворджин, Бродяга и какие-то странные кубики. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет, дорогие друзья. Вы написали в комментариях, что все пацаны будут против меня, а я буду играть за аниматроника. Поэтому у нас сегодня рубрика «Не аниматроники гоняются за нами, а аниматроники убегают от нас, потому что хотят выжить». Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Вы мне дадите минуту для убегания, а потом можете использовать любую оружку, и я должен максимально долго продержаться. Надеюсь, у меня, ребята, получится. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. И благодаря вашим лайкосикам я продержусь на 20 тысяч секунд дольше. Все, можете начинать меня мочить. А мы начинаем немножечко шкериться и веселиться. Дима, а ты можешь нас гасить? Да, только в самых крайних случаях, когда я не смогу выбраться. Но только буду выживать всю серию. Гасить только вы меня сможете. Да, вы так быстро нашли! Стойте, я вспомнил. Ребята, для начала я беру слабого аниматроника. Ну блин, ну что так быстро? Эй, я буду орать. Это же быстро было очень. Так, следующий у нас 5000 жизней. Но у него очень быстрый бег. Побежали. Так, вы какое-то очень мощное оружие используете, которое меня очень сильно наказало. Поэтому надо мне сегодня быть немножечко... Ой-ой-ой-ой-ой, их уже там сильно много. Сегодня надо быть очень осторожным. Очень осторожным. Иди сюда. Да какой иди сюда? Отвалите. Хочешь конфетку? Отлично, ребята. Я немножечко шкерюсь. Отличная нычка, но надо издавать меньше шума для того, чтобы все-таки какой-то момент затащить. Нашли меня, да, все-таки? Давай, идем. Да блин, я очень громко шагаю. Эй, отвали! Да они увидели меня, но я хочу жить. Ну, не надо меня мучить. Я буду за вами двери специально закрывать, чтобы вы не смогли меня замочить быстро. Отлично, ребята. Одного когда... Ай, вас двое было, ну убил. Наказал хоть одного за те свою смерть и... Нельзя заходить! Нельзя, говорю, заходить в моя комната! Я в ней буду сидеть. Слышь ты! Говорю... Ах, блин, сам себя зажал! А! Да что за оружие у вас читерское? Вот это было прикольно! Пофиг, мне столько потом не хватит. Вон он! Да отвали ты! Кровавый понос на двери сделали. Представляете, сколько кишок меня уже выпустили? Дверь не серая, а просто краснючая. Ты чё через этот простреливаешь? У тебя оружие простреливает через двери. Отвалите, говорю, это моя комната, я здесь живу. А я сразу закрываю ее. Я двери закрываю за пацанами. Я двери специально закрываю. Ты чё тут стоишь? Я тебя сейчас убью. Вот это мочилово сегодня, ребята. То, что вы любите. Гонки, догонялки, а сегодня у нас убивалки, где пацаны должны максимально долго меня мочить. Но у них не получается. Мне нравится, когда я двери закрываю. Это двери закрываю. А, ё-моё. Ой, вы чё прилепили мне какую-то жопу коричневую? Беги, Димка, 9 жизней хп. 9 жизней. А, отвалилась штучка. Где он? Не знаю. Я убежал. Недалеко. Так, отлично, ребята, пока мы шкеримся. Ну, когда они бьют этого аниматроника, будет немножечко жестче аниматроник, который будет более быстрее передвигаться по карте.
и более жестче наказывают тоже пацанов. Ну чё, где они? А, с двух сторон! Убил, убил, убил. Ты знаешь, у меня 5 жизней хп было. 5 жизней хп. Так, хорошо. Давайте возьмем тогда 10 тысяч жизней. Но я медленнее стал. Но я так понимаю, что я могу тпхаться, да? Нет, не могу. А, могу. Могу тпхаться только с большим опозданием. Отлично, отлично. А вот это мне уже нравится. Пусть с опозданием, но я это делаю. Отлично, отлично, ребята. Шкеримся до последнего. Если вам подскажу... Я на улице, сразу говорю. Это такая маленькая подсказка. Я не в помещении. Нашли! Нашли, блин! Да ну, блин, дай зайти, нечаянно. Двери, двери, двери! Ай! Водички поп... Ай, не успеваю, не дают... Они мне поджопники дают патронами. Ай-яй-яй-яй-яй. Я тебе скоро буду... Я тебя буду мочить! О, отлично, моя нычка сработала. Ты чё зашёл? Я не могу убить никого. Это что, аниматроник никого не мочит, что ли? Эй, аниматроник, ты что никого не убиваешь? О, убивает. Есть, есть, разобрался с пацанами, негодяями. Есть. Вы когда поодиночке, я смогу вас убивать. Но когда вы толпой, я не могу вас убивать. Надо, короче, сразу... Быстрее закрываться. А тут они друг друга мочат. Эй, двери пусть будут закрыты. Ты не имеешь права их открывать. Что? А он телепортировался. Я же могу телепортироваться. Я же вам говорил, что у меня есть теперь такой навык. Не кидайте, пожалуйста. Отлично, ребята, отлично. Можно подсказку? Я на улице. Я внутри не буду накаться, но вы меня быстро находите. Я только на улице шкерюсь. Вижу, вижу одного. Вижу, смотрит на песочницу. Так, с дробашом. Так, 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 смотрит. Так, пошел, пошел. Нашел, нашел, нашел. Он вот тут, мне нравится это классное местонахождение меня. Я еще попрыгаю немножко. Слышь, я тебя убью. Так. Слышь ты, я тебе сейчас твой дробовик засуну в одно место и начну стрелять. Давай, давай, иди, иди, иди. На тебе леща. Вот это было, ребята, жестко. Где он? Я его найду. Прощайте, прощайте. Да где? Ха-ха, я телепортировался. Вот. Я же могу тпхаться, ты ж не забывай. Дима, ты за карту, да? Я на карте заныкался опять от вас. Ну это же такая штука, что я не могу от вас долго убегать. Мне надо только ныкаться. Видите, что вы делаете? Вы меня мочите. Ты читабельный человек. Двери закрыты, значит, ты там сидишь. А, точно, это же логично. Вот это они хотят меня убить, ребята, очень сильно. Отлично, отличная нычка. Пока мы давайте постоим здесь. Так. Они меня не наблюдают, но это хороший знак. Пока у меня получается хорошо выживать. Знаете, очень страшно играть, когда я знаю, что я один, а вы все хотите меня замочить. Это очень жестко. Дима, да ну хватит! Вы... А вы что, меня нашли? Они просто так стреляют.
стреляют. Да я вижу, что просто так стреляют и попадают по мне. Я вообще-то тебя нашел, Димас. Да? Да. Ты пыхаешься, ты пыхаешь. Я ушел. Я убежал. Давай, ты пыхайся быстрей. Да ты пыхайся, мой додик, тебя долго ты пыхается. Где ты был? Он на улице. А, бегу. На батут идет, походу. На батут. Я вовнутрь школы забежал. Забежали вы внутрь. Я тебе не верю. Так, вижу, Фокси забежал вовнутрь. Так, вы сейчас найдете меня. Ах ты, да ты задрал, да отвали ты от меня, ты чё такой хороший игрок? А, помогите, помогите, но они меня сейчас убьют. Давай ты пыхайся быстрее. Ну давай, Фокси, сейчас ой, Бонька, мы сейчас проиграем. Отлично, отлично, отлично. Убегай, убегай, убегай. О, я в класс забежал. В один из классов, пацаны. Главное не палиться. Блин, их очень много на карте, и они меня всегда находят. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то сейчас будет. Главное не издавать никаких звуков. Тихонечко сидеть и максимально долго выживать. Надеюсь, у меня получится. У меня 1900 жизней осталось, это очень мало. Так, надо мне вас по одному высмыкивать и мочить. Ах ты! Ты думаешь, ты от меня убежишь? Ты думаешь, ты от меня убежишь? На тебе! Все, я в классе сижу, мой класс. Отлично, отлично, отлично. Не издаем звуков, сидим на нычечку. Выглядываем в окошко и смотрим, кто откуда идет. Ого, они там патроны выдают. Вы что там решили? Мимо-мимо пробежал, отлично. Окошко, значит, говоришь, да? Да, я в классе, здесь окошки. Ну что, палево. Ой. Плохо не могу не сесть на корточки, ничего. А! Отвали, отвали, отвали! Ну, на мне нравится. Кто использует гранатомет? Не умеете использовать. Эй, ты окно мне тут пробьешь еще. Осторожно. Давай. Да скажите ему. Эй, 400 жизней осталось. А, да ладно. Пацаны сегодня меня выиграли. Блин, ну прикольно получилось. Вы меня хорошо сегодня наказывали. Ну, я заметил, что я взял пацанов, которые очень хорошо умеют стрелять с оружки, потому что все остальные плохо играют. Вы прям вообще четко играли. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, в ТикТоке, в Инстаграме. Ну а всем отличного настроения. Посмотрите мои ролики еще. Эй, что просрало? О, вот так вот, по-нашему.